Нурсултан Назарбаев призвал Россию и США сесть за конструктивный стол переговоров. По словам заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований Саната Кушкумбаева, звонок американского лидера президенту Казахстана является очень показательным и подчеркивает влияние нашей страны на современную ситуацию в региональной и глобальной безопасности. Это просто не просто звонок в коллеги, это звонок, конечно, очень влиятельному политику. И с этой точки зрения понятно, что эти переговоры тоже могут нести определенный позитивный, положительный месседж, в том числе и для наших ключевых партнеров, каковыми являются Россия и США. Понятно, что президент Назарбаев, говоря о антисанкционной политике США, обратил внимание, что санкции являются контрпродуктивными с точки зрения продвижения современных интересов, с точки зрения развития диалоговых дипломатических механизмов разрешения противоречий и конфликтов.